Всем привет, с вами Простак, а сегодня мы проверим, как можно бесплатно накрутить робоксов в Roblox. Давно такой рубрики не было, и вот она опять. Как всегда, заходим в браузер, и вот это наш прошлый недохакер. Точнее, это я, который проверял сайт, где бесплатно можно получить Discord Nitro. Если ты вдруг его не смотрел, то переходи, как всегда, вот здесь в подсказочках есть. И смотри. Так-то прошлый ролик должен был быть умный поиск, где мы бесплатно получали Pornhub премиум. Но, к сожалению, YouTube забраковал ролик. Мы с этим разбираемся, скоро все будет. Надеюсь, я его выложу. Да, если что, вдруг вот тут в Телеграме был пост про это. Если вы не знали, то вы не подписаны на мой Телеграм. Да. Очередной раз извиняюсь за эхо. Вдруг кто еще не знает, ну кто не смотрит мои ролики, те не знают. Я наконец-то переехал, и здесь пока не так много мебели, поэтому здесь эхо. Скоро я решу этот вопрос, все будет чики-пуки. Это наш прошлый недохакер. Теперь идем вот сюда и ну смотрим что, ребят, нового спасибо. Недохакера. Скачать чит на робоксы в Roblox. Как бесплатно накрутить робоксы в Roblox? Все как надо, да? Жалко, конечно, ролик 6 марта, но, опять-таки, к сожалению, автор не выкладывал роликов после этого ролика. Очень жаль. Если что, я никого не взламываю, я просто проверяю другого автора. YouTube, не блокируйте, пожалуйста, меня. Самый залайканный комментарий, ах ты читер. А, даже закрепили. Все, погнали смотреть ролик и проверять его. Ссылочку на чит я оставлю в описании, скачать вы сможете его с сайта novapace.ru. Так, там версия 1.3. Если мы перейдем, вот, ну, скачать чит, есть официальный сайт, оно это то же самое, и... Наша группа ВКонтакте? А может там какие-то новости есть? Читы не продают. Так, ну-ка. Всем спасибо за просмотр. Очень надеюсь и хочу, чтобы каждый смог накрутить, получить нужные предметы, валюту в игре. Поэтому представляю чит абсолютно бесплатный. Читы не продаю. Продаю восклицательными буквами. Никогда не ведитесь на мошенничество. Якобы вам хотят накрутить за деньги. Да, конечно, за деньги нельзя накрутить. А вот бесплатно можно. Не ведитесь на них, на этих дебилов, которые просят деньги. Также у нас тут немножко тегов. Большое спасибо автору. Я их как раз возьму под свой ролик. А что у нас здесь? Опа! А, это Титаниум чит. У него, короче, это, походу, два канала, два сайта. Ой, то есть, два канала, да. Платинум чит и Титаниум чит. Платинум чипс и Титаниум читс. Так, ага, они хвастаются, что поменяли дизайн. Кстати, а на Титаниум читс-то читы выходят? А, они... Чего, галочка? Не, это не настоящие галочки, я знаю. Хотя бы галочку-то я получил. Да, я без серебряной кнопки. Представляете, 250 тысяч подписчиков, но у меня нет серебряной кнопки. Потому что YouTube считает, что я мошенник. И мне не высылают кнопку. Круто, да? Но галочка-то у меня есть. И она другая. Едыть разводила, конечно. Один месяц назад вышел читы. А давайте так. Хотите проверку данного канала? Давайте, 5000 лайков на этом ролике, и я проверяю данный канал. Угу. Договорились? Все. 5000 лайков набирается, и я записываю, либо я, может, раньше засниму, и потом выложу, когда будет 5000 лайков, но в любом случае ролик будет, не беспокойтесь. Все, ладно, посмотрели на это, Таня чит нам пока не интересен. Кстати, а что на сайте есть? Судя по всему, здесь читы из того и из другого каналов. Игра в любимый... А, кстати, а почему он здесь в каналах не добавил? Вот здесь, он мог Таня чит вписать. Играя в любую... А, играя в любимую игру с бесплатными читами. Бесплатные читы. Онлайн никого. Регистрация 101 человек. Скачивание 3200. А редко когда бывает, но мне кажется, это настоящая статистика. 101 регистрация, чел. Йо, как тебе жаль? Не, как бы там понятно, развод, все дела. Ну, блин, ну все равно жалко. Онлайн вообще даже не пишется. А, у нас есть Roblox, Valorant, Source, Minecraft, Танки онлайн, Танки мобайл, Apex Legends, CSGO, Minecraft. А еще вторая страница есть. Bunny Hop, Minecraft, Among Us, GTA 5? Warface и PUBG Lite. Я проверками сайтов не занимаюсь, если это только не рекламный ролик будет. Но вот этот бы я бы, в принципе, проверил. Давайте так, 5000 лайков проверяю канал второй, Titanium Cheats. Там пару читиков проверим, пару роликов. Если наберется 10 тысяч лайков, я не знаю, это 10 тысяч лайков у меня не набиралось уже год, наверное. 250 тысяч подписчиков на меня смотрят всего от силы 30 тысяч. Да, очень плохо. Но если вдруг наберется десяточка, проверю весь канал, весь сайт. Сайт. Да. И погнали проверять читы на Roblox, мы же их проверяем. Нет, у меня проблем не возникло. Пока что. Если что, моя квартира в недавно построившемся доме. Это значит, что у меня очень многие делают ремонт. Я уже за полгода сделал ремонт, остальные еще делают. Так что, возможно, иногда будет сверление, долбление и еще что-нибудь. Как-то я проснулся вообще под музыку. Я не знаю, как будто у них 10 колонок за стенкой. Ладно, все. Нажимаем скачать чит, нас идет переадресация. Нажимаем скачать чит. Ну, видите, ничего дополнительного нету. Дополнительного нету, да? Да-да. Ой, а что это такое? Почему-то хром заблокировал. Если что, если вам кто-то предлагает читы за деньги, не ведитесь. Только бесплатные читы.
Только они. Чем-то это пахнет. Ух, кстати, АПКшка с порнхабом. Надеюсь, ролик выйдет. Там достаточно интересно было. То можно закрыть, я думаю. Мы скачали сетап zip. И что-то это пахнет. Ай, як как вкусно. Вот у нас папочка сетап. Перекинем ее на рабочий стол. Тут у нас есть дата с конфигом, который весит 45 мегабайт. Карл, 45. Конфиг. Там, я не знаю, что. А, ну она просто не откроется, да. Зачем? Нажимаем сетап. Ну ладно, давай, попробуем запустить тебя. Да. Как вы видели, сейчас PowerShell был, а потом защитник. Если что, вирусов никаких нету, и нужно брать только бесплатные читы. Не забывайте это. Нам что нужен? Защитник, которого нужно отключить. Выключаем, выключаем. И еще раз выключаем. Теперь запускаем сетап. Что же нам откроется? Кто-нибудь знает? Я не знаю. Так, опять PowerShell открылся, закрылся. В этот раз, как его, не помощник, а защитник. Не жалуется, ничего не блокирует, но у нас все равно ничего не запускается. Или запускается. 7-Zip Setup SFX, например. Вот это какая-то странная Simple Inst. Наверное, так она читает. Давайте вот это позакрываем. Оп, опять что-то выскочило. Давайте нажмем еще раз Setup. Мы подождем, мы люди не гордые, да? Опять открылось, закрылось. Так. Монитор отрубился, о, включился. Нормально, нормально. Так, а что у нас все закрылось, кстати? О-хо-хо-хо-хо-хо. Если что, вот да, это 7Z Setup SFX, если что. Вот мы его запускаем нон-стопом. Да, давайте я перезагружу комп. Комп перегрузили. Теперь давайте попробуем еще раз. Давайте сначала зайдем в браузер. Откроем закрытые вкладки. Загрузка. А, недавно закрыл. Она даже не показывает, что типа последние там 3 открытые вкладки. Ну окей. Давайте тогда просто в историю зайдем. Оу! Воу-воу-воу! Да-да. Вот вы видели, как я вот по этим сайтам лазил? И я тоже не видел. Сколько их тут? Это тупо вот увеличение трафика. Каким образом оно происходит? Вот, вот, нам скачивает это. И да. 300 сайтов открылось. 300. Офигеть. А я напоминаю, ну, что ли? Покупать читы нельзя. Только бесплатно скачивайте. А вот купили бы, уже бы давно пользовались. Опять PowerShell. И ничего не происходит. И что, и все тогда? Блин, я бы так-то хотел скачать, получить. Давайте попробуем еще раз зайти на их сайт, на этот. Попробуем еще раз скачать. Может быть, в этот раз нам скачается что-то другое. Но идет переадресация постоянно на один и тот же. Fail space. Скачать, закачать, скачать. Ой, что-то не получилось. Нужно еще раз, нужно еще раз, нужно еще раз. Открываются новые вкладки. Ну вот они, сетап от 1 до 3. Ничего не меняется. К счастью, по крайней мере, нам не скачались всякие эти ярлыки танков и тому подобного. Мы вот это мы извлекаем. 0 байт. Чего? 0 байт? Там было написано 0 байт. Давайте еще раз попробуем запустить сетап с закрытым образом. А что? А, классно! У нас хром закрылся. Да! Yes! Минус 3. Минус 3 файла, которые я пытался скачать. Так, все, все 3 файла есть. Ну давай. Погнали. А что, погнали прям так. Setup ISA. А, да, setup ISA. А что, это не работает, что ли? Так, ладно, давайте тогда начнем. Setup 1. А чего, стоп, я же язык удалил. Переименовать. 1. Я так-то даже не вижу смысла в том, что я делаю, потому что, ну, камон, это одинаковые сетапники. А где? Я, видать, случайно его удалил оттуда. И, ну, опять-таки у нас закрылся хром. Как я сейчас буду следующий недохакер проверять? Алло, Platinum Chips. Дешевая платина. И чё? Тупо испортил мне последующие ролики. Вот, опять. Интересно, мне опять все пооткрывалось? Да, 38. Вот оно. Каждый раз, когда вот так сбрасывается, она заходит на 300 сайтов. Давайте опять откроем недохакера нашего. Всем привет, с вами Platinum. Здорово, да. На этом тогда мы заканчиваем. Это наш недохакер, который говорит, что нужно качать только бесплатные читы. Платные вам, естественно, обманут. Бесплатные, как вы видели, нас не обманули. Хорошо, я тебя понял. Ладно, все, на этом тогда заканчиваем. Как всегда, проводим интерактив в конце. Если вы вдруг не видели в начале ролика вот там, где-то вот, ну, где-то вот в этой области и вот в этой области, были комментарии, самые интересные из прошлого ролика. Если ты хочешь попасть в ролик, то отвечай на интерактив, который я сейчас задам. Но помимо этого, все, кто участвует в интерактиве, автоматически участвуют в розыгрыше.
Это что значит? Это значит, что каждый ролик я отбираю по 3 победителя, а в конце месяца соберу всех, и среди них разыграю ту игру, которую захочет победитель. Да? Я выбираю одного, того, кто получит ту игру, которую захочет. Он, например, пишет: «Хочу GTA 5». Я покупаю GTA 5 и отправляю ему. Все очень максимально просто. Так что отвечай на интерактив, попадай в ролик, ну и выигрывай в конкурсе. А вопросом интерактива будет: опишите так. Давайте, пожалуйста, не пишите одним словом, потому что это неинтересно. Напишите небольшую историю. Вопрос такой: сколько вы бы хотели валюты и в какой игре? Ну и на что бы вы эту валюту потратили? Пишите в комментариях, там, допустим, хочу 10 тысяч долларов в КС-ке, купить себе там Dragon Lore сувенирный с наклейками каким-нибудь там iBuy Power 2014 года. Ладно, это дороже должно стоить. Но не суть. Вы поняли мотив? Давайте. Я жду интересные комментарии. Они будут в следующем ролике, также будут конкурсы. На этом мы заканчиваем. Большое вам спасибо за просмотр. Я обожаю ребята, которые смотрят до самого конца. Для вас по секрету. Да там уже большинство позакрывали ролик, так что давайте немножко посплетничаем тут. Короче, я же переехал, да? И вы все знаете. Если что, должны сейчас выходить ролики и на Простак Стримс. Я надеюсь, на этой неделе начну стримить. Также, помимо этого, на Недохакерах выходят, будут выходить ролики, я надеюсь. Недохакерах Лайт. Короче, куча везде всего будет. По крайней мере, на этой неделе я хочу записать румтур по своей комнате, да. После этого, после румтура, я, скорее всего, сделаю ролик на Недохакеры о том, как я снимаю вас. Ну, в смысле не вас, а Недохакер Лайт. Если вам интересно, там, прожмите лайк, напишите в комментариях. Надеюсь, замечу. Замечу лайк. На этом тогда заканчиваю. Всем большое спасибо. Как всегда, если вы хотите попасть в ролик 100%, напишите слово «конец». Таким образом, таким образом я лайкну ваш комментарий со словом «конец» и покажу вот здесь. Видишь, они все лайкнуты. И у них всех слово «конец». Ролики выходят каждый вторник, пятницу и воскресенье. Приходите еще. Ну а рассылочки по ссылочкам в описании. Переходи и подписывайся. Но перед просмотром, как всегда, о нашем партнере.